Всем привет! Вы на канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня я вновь приехал порыбачить. Порыбачить на свою в последнее время любимую тирольскую палочку. Ловить буду на червя. Рыбачить я сегодня буду на речке. За мной вот такая огромная большая яма. Попробуем сначала на ней порыбачить. Если ничего не будет, будем уходить выше по ямкам. Но в итоге мы к вечеру все равно вернемся на эту яму. Потому что здесь форель есть. Есть первая радужная форелька. Размер небольшой. Да, да, радужная форелька. Не заглотила, поэтому отпускаем. Компанию в рыбалке мне составляет Евгений. Всем привет. Клюет? Пока нет. Не, какая-то мелочь там. О. Мелочь? Ну, мелочь, да, дербанина. Есть. Ну, какая-то маленькая опять. Видишь, хорошая рыба, а? Ну, это не моя рыба сегодня. Какая-то мелочь. Попробуем половить вот здесь. Яма достаточно интересная. Рыба Евгений, вон там плещется. Подбирает. Вот смотри, вот там получается справа, видишь? Там как ямка. Вот, поэтому попробую. Будем рыбачить, пробовать здесь. Слушай, я тогда здесь такую грамм на 400 форельку поймал. Именно форель. Первая поклевочка. Рыба. Вон тюк-тюк-тюк и все. Угу. Что, у тебя тоже? Угу. Что, меня отпустило? Ну что за рыба? Мелочь? Нет. Ну, радужная. Почему? Радужка. А, кумжа? Да. Или форель? Кумжа. Кумжа? Слушай, а у меня что тут побирает? Тюк-тюк-тюк. И... На заглот. Да. Слушай, а у меня все. Нет. Слушай. Я думал, все, а она нет-нет. Забилась. Но не крупная тоже. Это что у меня? Слушай, у меня радужка. Да? Да. Но не крупная. Хорошо, заглотила чуть-чуть. Поэтому... Беги, родная. Кто это меня тут постукивает? Опять какая-то мелочь. Да. Ну сколько? 100 грамм. Смотри, под берегом. О! Слушай, хорошая. Смотри, какая у тебя, да? Че, возьмешь? Ну что, красавчик, поздравляю. О! Сколько?
Достойно. Достойно? Ну, не, грамм 300, наверное. 300? Да. Сейчас. Жень, смотри, какие. Красавцы. Ага, белые. Что, будем брать? Не, не надо. Не надо? Я за рыбу пришел, мясо лучше будет. За рыбой? Да. Слушай, ну белые красавчики. Третий у тебя сегодня. А, слушай, червивые. Да, ну пусть стоят. Не успели. И что за рыба? Началась кутеряться. Нормально. Ну как, относительно. Мелочь. Но не отпустить. Заглотила? Да. Главное, клюет. Есть. Хорошо, да? Слушай, ну если не в струе, не знаю, не пойму, Жень. Ну кажется неплохая, потому что он на поверхность не выходит. Ага. Давай этот сачок. Тихо, 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 родная. Смотри, какая, да? Ну, о, братан, спасибо. Зачетная? Зачетная. В наше время, когда вообще ничего не... Ну, слушай, с полкило, наверное. Да, нормально, классно. Есть. Слушай, братан, хорошая. Смотри, какая. Ну, хорошая же. Опять хорошая. Смотри, хреново зацепил. Нормально. У меня еще ни одна не уходила. Давай, давай, на хвоста вставай. Как ты любишь делать. Слушай, это тоже... Это как-то... Ну, грамм 300. Хорошая радужная форель. С данной ямки мы взяли 3 хороших рыбки. Ну что, Евгений, пойдем дальше? Потопали. Оно всегда так, слушай, вот придешь, быстренько поймаешь 2-3 хороших, все, потом тишина. Сейчас растормошим это осиное гнездо. Испытаем новое место. Интересно, что здесь будет? И будет ли вообще что-то? Слушай, есть. Ух ты какая. Так, братан. А сачок у нас где? Ага. Слушай, я думал рыба. Вообще. Вела так хорошо. Рыба-бревно. Слушай, вела так. Засела, смотри, на загон. Ага. Прям под почку зашло. Отпускай, пока кору не сильно повредил. Решили с Евгением здесь попробовать половить. Есть. Первая зачетная рыбина. Евгений, рыба есть? Видишь, рыба есть. Иди сюда, родная. Да ладно, не сопротивляйся. Жень, ты пока тут перевязываешь, я всю рыбу соберу твою. Смотри, какая хорошенькая. Да? Угу. С полкило. Точно есть.
Ага, ага. Давай, давай, давай. Что там у тебя? Камбалу поймал? Ну, Жень, камбала тоже рыба. Нормально. Нормально? Это хорошо. Грамм 300-400. Ну какая-то малышка. Слушай, у меня там такой пук червей висел. Малышка. Хорошо, не заглотила. Ой, беги. Что, Жень, там у тебя? Рыба? Прыжок видел. А не пойму только, что там у тебя. Где она там у тебя? Рыба. Не, форелька. Форель. Молодчага. Подведем итог нашей сегодняшней рыбалки. Рыбка еще ловится. Но ловится только на нашу любимую снасть, на тирольскую палочку. Сколько я не смотрел, рыбаки стоят, на удочке ловят, не ловится. Ну а мы вот чуть-чуть, но подлавливаем. Конечно, это не те уловы, когда 10, 12, 13 килограмм. Но и 5, 7, 8 штучек за вечер, вот так. Но, наверное, пока мы с этой рыбалкой завяжем, а будем заниматься нырялками, камбалой. Да и всякими интересными делами. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.